Первый международный фестиваль воздушных змеев прошел в Катаре. Приехали более 50 участников. Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным, ведь такие мероприятия привлекают туристов. Да и местные жители с удовольствием знакомятся с новой культурой. Особенно такое развлечение понравилось детям. Многие из них впервые запускали кайт в небо. Здесь же прошли лекции по аэродинамике и мастер-классы по сборке змеев. А еще состоялся конкурс воздушных танцев. Прежде всего мы следим за тем, как участники интерпретируют мелодии. Это то, что мы называем балет кайтов, когда змеи летают под музыку. Тут очень важно слышать ритм и следить за тем, как кайт двигается.